ГУВД края начало проверку по факту избиения полицейскими мужчины на костылях. Случай произошел в Горняке Локтевского района. Поводом для проверки послужило видео из соцсетей. На кадрах видно, как мужчина на костылях общался с лицами в форме возле автомобиля. Вероятно, гражданин правоохранителям показался слишком настойчивым. Они грубо оттолкнули мужчину от машины. Не удержавшись, тот упал, успев ударить костылем по кузову авто. Сейчас что-то будет, смотри. Ага. Это явно не понравилось полицейским, поэтому они решили выйти и разобраться. Самостоятельно встать потерпевший не смог. Чтобы убрать лежащего на дороге мужчину, должностные лица не нашли способа лучше, как оттащить его на тротуар. Теперь правомерность действий людей в форме проверит Главное управление МВД. Если будет установлено, что к данному инциденту причастны сотрудники полиции, то они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также будут наказаны их непосредственные руководители.